Собирались? Знаю, знакомиться. Меня зовут Фрол, и я живу в этом подвале очень давно. Но, честно говоря, тут немного скучновато. Поэтому я придумал себе хобби. Коллекционирую страшные истории, основанные на реальных событиях. Про таких, как вы, непослушных детей, которым говорят не спускаться в черный подвал, но все равно придётесь. Вот, слушайте. Жили-были три блогера. Ну, конечно, кто же еще? Ну, короче, учиться не хотели, а стримить очень хотели. Прямо жить без этого не могли. Ты же понимаешь, что стримы, они же никому не нужны. Ты на одной платформе видел стримы? Сейчас самое актуальное — это пранки. Понимаешь, нам надо снимать пранки. Ромыч, мы не будем снимать пранки. Это вчерашний день, даже позавчерашний. Их никто смотреть не будет. Ну я же не про школьный, ну можно на улице снимать с прохожими. По щам получишь сразу. Народ у нас вообще без ума. Ну окей, а ты что предлагаешь? А что предлагать-то? Стримы норм заходят. Зачем париться? Кстати, привет. О, слава народу. Чем порадуешь? Видосы крутятся, бабосы крутятся. Да какой там? Монетизация тут в три раза упала. Вот, я же говорил, стримы уже никому не вперлись. Да не гоните, а. Ну что, вы же смотрите наши стримы? А ты кто? В смысле, вы что, не нравится? А, это же пацаны жида, там нам две мелки. Чё это для мелких? Вспомнила, вы стримы тупые проводите, как постирать футболку в микроволновке. Да, 24 часа. Ну вот, знаете же, а это успех. Ну, пару лет назад это было норм. Сейчас полный зашквар, очнитесь. Да что вы слушаете, фигню всякую смотрите? Как раз не смотрим. Пока, звезда Ютуба. Это фиаско, братан. Это что было вообще? Это же Санечка. Нам нужна бомба, иначе каналу конец. Какая нафиг бомба? Есть у меня, короче, одна идея. Ромыч, я не буду сниматься в пранк. Да нет, это куча покруче. Хороший, да.
что нам надо туда идти. Ну, началось. Мил, круто же победить сразу несколько страхов. Да, конечно. А если еще прибавится? Главное, правильно настроиться. Да, тем более мы с тобой. Побежали, они уже за дом зашли. Итак, мы начинаем снимать только с лестницы, чтобы никто из вас не видел, где находится этот бункер. Потому что неподготовленным идти сюда — это не вариант. Но вы сможете увидеть все своими глазами. Благодаря двум безбашенным пацанам. Ну что, погнали! Смотрите, офигевайте, мы спустились в полную темноту. Вы только представьте, здесь не было никого с 80-х годов 20 века, и глубина этого бункера более 40 метров. Но это нам не помешает, пацаны же зал, очень круто. Смотри, тут дырка в стене, тут бомбардировки были. Не помогает, я все равно боюсь. В этом и фишка. Надо перебояться. А если не поможет? Поможет. Все будет хорошо. По одной ступеньке. Осторожно. Может, снимем повязку? Да нет же. Нет. Сейчас только темноты боишься. А потом будешь всего, что увидишь. Тихо ты. Сейчас блогер услышит. Да. Блин, зависла. Они про нас еще не сказали. Давай, спускайся уже. Мы уже здесь, внутри этого подвала, в самом низу. Блин, ладает. Че, сильно? Да. Мы к вам вернемся, небольшие технические накладки. Все, что ли? Они умерли. Дурак, что ли? Интернет пропал. Как вы вообще могли об этом подумать? Блин, как мы этого не учли? Тут связь вообще не ловит. Че, реально 40 метров, что ли? Да нет, слегка преувеличил. Красава. Че делать-то будем в итоге? Там зрителей 100% привалило. 1500. Но уходить стали. Блин. Ну, давайте видео снимать, потом поднимемся и быстро выложим. Отличная мысль. И это очень жуткое место, потому что здесь не ловит связь, и никто не сможет нас найти, и никто не сможет нам помочь. А еще только посмотрите, какая здесь огромная паутина. Наверное, успел огромный паук-таранту. Кто здесь? Чего там? Там какое-то движение было. Может... Ой-ой-ой, здесь никаких крыс. Вы что тут забыли, мелочь? Мы за вами просидели. Ну капец. Вы понимаете, если кто-нибудь из них здесь поранится, у нас будут большие проблемы. Дети, вам не говорили, что в такие места ходить опасно? А вам тоже мне взрослые нашлись. Короче, валите отсюда, дверь там. Может, правда, пойдем? Стой, мило, так-то это не их собственность. Ну так-то и не ваша. Так, стоп. Есть идея. Пойдем. Пойдем. Ну как, поняли фишку? Ну да, только зачем это нам? По щам не получишь. Погоди. Такой видос наберет миллионы просмотров. Вы будете популярными. А у Милы фобия. Она не сможет. Да, Мила? Погоди, Свет. Если для популярности, то ладно, я тогда потерплю. Да пофиг, пусть боится. Это в кадре офигенно будет смотреться. Да, Слав? Вообще огнище. Только вас нужно немножко подзаморать. Все, хватит. Ага. Достаточно. Нет, меня больше всех замораживает. Ну чё, как смотрюся? Супер. Да. Короче, сейчас будете убегать, прятаться. Ну только чтобы мы не знали где. Ну когда найдем, вас труш не будет. Да, и сразу бросайтесь к нам. Типа тут маньяк бегает, он вас ловит. И ну... фонарики не включайте. А то все испортите. Да поняли мы, погнали уже. А, кстати, после съемки с вас 3 бигмака. И 3 колы. Слушай, 5 минут как актеры уже райдер выкатывают. Да пофиг, купим им эти бургеры, пусть обжираются. Этот видос 100 пудов в тренды залетит. Эй, жертву маньяка, вы там спрятались? Не отвечают. Видимо, в роль вошли. Ладно, начинаем. Ой. Вы точно далеко ушли?
Запись. Итак, мы идем по суперсекретному бункеру. Тут очень тихо и страшно. С каждым шагом чувствуется какое-то напряжение, будто вот-вот что-то произойдет. Пока Ромыч меняет памперс, я иду вперед. Уверен, сегодня мы найдем что-нибудь интересное. Мила, тебе страшно? По-моему, нет, только холодно. Да, дубак. Когда они вас уже найдут? Найдут. Куда торопиться? А мне надо. Не могу уже терпеть. Только подальше отойди. Похоже, он больше тебя боится. Да, Дима? Почему он не отвечает? Не смешно! Если подкрадешься, я тебе реально врежу! Дим, хорош прикалываться. Снова начинаю бояться. Придурок! Я сейчас тебя кирпич кину! Слышь, Дима, не смешно! Ну как вам история? Страшненько, да? Тебя не передумали гоняться за дешевой популярностью? Приходить на кладбище ночью или лазить по заброшкам? Кстати, знаю я одну такую историю, но расскажу уже в следующий раз. А сейчас вам уже пора спать, детишки. Если, конечно, сможете после истории старины Фрола. Бессонные ночи.